Друзья, всем привет! Вы на канале Мир Инструменты 59. И в сегодняшнем видео я хотел бы убедиться, так как очень много вообще сомнений, с друзьями я общался, там в интернете смотрел, изменится ли содержание сахара, станет ли апельсин слаще, если его заморозить. То есть хочу сделать, короче, апельсиновое вино, по городу поездил у нас, апельсины посмотрел, ценник там от 35 рублей. Ну, самые беспонтовые апельсины я не хочу брать, потому что это вино делаю для себя. Есть у меня выход неплохой вообще на фрукты. Человеку я этому позвонил, брал через него виноград. Говорю, мне нужны самые вкусные, самые сладкие апельсины. Они говорят, такие апельсины у нас есть. Дали мне на пробу. Привез их домой, пару апельсинов, взял рефрактометр, который у меня измеряет содержание сахара. И сейчас я замерю сахар в апельсине в этом. Этот апельсин мы будем замораживать. Сорт один и тот же, из одного ящика апельсинчики. И если сахара в этом апельсине будет больше, после того, как я его разморожу, вкус будет насыщеннее, я обязательно все 50 килограмм апельсинов так сделаю и после этого буду делать вино. Но изначально мне бы хотелось узнать содержание сахара в этом апельсине. Дружище у меня сегодня по 32 рубля апельсины приобрел, мы его апельсины проверили, у него содержание сахара в них 9%. Я считаю, что это мало, нужно будет для приготовления вина сахар дополнительно туда добавлять. Все, начинаем мерить. В комплекте с этим рефрактометром идет вот такой вот типа шприца. Я его воткнул в апельсин, сжал и собрал с него маленько сока. Чтобы вообще замерить сахар, мне достаточно, можно сказать, капельку этой жидкости. Теперь я открываю так вот рефрактометр, рабочую зону, куда нам нужно капнуть этот сок, и добавляем этот сок. Но запах, кстати, от этих апельсин просто вообще вкуснейший. Так, теперь я посмотрю, потом попробую вам показать. Делается вот так вот. Опа. Так, сейчас я попробую как-то в камеру попасть. Содержание сахара, по-моему, 12%. Сейчас посмотрю. Сам так. 11,5% сахара. Ну, я считаю, что эти апельсины уже сладче. Ценник, конечно, у них подороже, но апельсин сладче. Мне, конечно, в любом случае нужно, чтобы сахар был свой у них. Добавлять я, конечно, сюда буду, но не сахар, а декстрозу. Все, проводим опыт, замораживаем и ждем завтрашнего дня. Замораживать я буду именно этот апельсин, в котором я сахар этот мерил. А этот апельсинчик я сейчас съем. Все, берем морозилку. Опа. И опускаем этот апельсинчик туда. Все, ждем завтрашнего дня. Очень интересно мне, что у меня получится. Наступило утро. Можно апельсин доставать и размораживать его. Никто никого не обманывает. Апельсин дубовый. Вот это отверстие, откуда мы брали пробу на сахар. Все, ждем, как он разморозится. Буквально за минуту апельсин сразу же покрылся инеем. Вот. Это подтверждает, что он действительно был замороженный. Но запах, друзья, стал уже насыщеннее. Ах, апельсиновым соком пахнет. Ждем. Ну что, можно приступить к измерению сахара в этом апельсине. Апельсин у меня, вот вы видите, он у меня разморозился, мягенький запах апельсина стал немного насыщеннее. Теперь давайте попробуем измерить сахар, уровень сахара. Благодаря вот этому шприцу мы сейчас выдернем немножко оттуда сока. Одной рукой не очень удобно это делать, но я думаю, мы справимся. Так, сок есть. Вот он. Думаю, должно быть видно. Так, теперь мы берем рефрактометр. Виноград, кстати, таким прибором измерял, когда выбирал. Вообще штука шикарная. Так, берем сок. Сок, кстати, стал желтее немного. Вот он. Здесь окошко моего. И сейчас попробую я вам показать, произошли ли у нас изменения здесь.
Так, вот получилось у меня настроить немного. Очень сложно было сделать. Но уровень сахара плохо видно все равно. Но уровень сахара не изменился. То есть он также и составляет 11,5%. То есть такие апельсины, я считаю, что нет смысла замораживать. Единственное, вот сейчас попробовал на вкус эту апельсинку. Нет кислоты, нет кислинки от этих апельсинов. То есть просто сладкий, насыщенный вкусом апельсин стал. Но я думаю, что на приготовление вина это никак не повлияет. И сегодня я буду 56 килограмм апельсинов выжимать и делать вино. Вам всем большое спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайк. Если у вас есть свое какое-то мнение по этому поводу, напишите в комментариях, мне тоже будет интересно их прочитать. Но я для себя сделал вывод, что апельсины, мандарины, перед тем, как выжимать с них сок, замораживать их нет смысла, так как практически вкусовые качества не изменились. Всем пока!